Здорово всем. Так, давайте посетим Дейлик. И погнали на Кайна. Так, ну если забег будет достаточно хорошим, то я пойду через Хаша на Делирума. Если он будет недостаточно хорошим, то я пойду на Беста. Противный мини-босс. Телепортер. Это, конечно, интересная штука, но... Я не уверен, что поможет. В этой комнате предыдущие, кстати, несколько путей решения. Если ты быстрый, то можно пробежать, как бы. Но бомба может быстро взорваться. Если ты недостаточно быстрый, то надо в нее стрельнуть и отойти, по-моему, вот сюда вот. И тогда она не успеет. Или здесь, соответственно, вверх. Но среагировать на это очень сложно. Я обычно просто навстречу бегу. А если медленно, и надеюсь, что она просто не взорвется так быстро. Точнее, так долго. Заранее никогда не знаешь, насколько... Длинный или медленный таймер. Противная комната в любом случае. Ай. Это было грустно. Бомбу берем. Хочу ли я сразу же потратить бомбу в магазине? Не уверен. Посмотрим. Так, это можно забрать в мешок, это тоже. Я скрафчу Авеля. Он также усиленный. Наверное, удачу я возьму сразу же. Потому что в начале забега это достаточно большой потенциал. Гораздо больше дропов с комнат будет за счет этого. Если играешь за Кайна или поршневого Кайна, то Авель намного сильнее становится. Я не помню точно насколько, но вот у него видно прям слезы красные. Он, конечно, не во всех комнатах актуален, но помогать будет. Также эта часть Conjoint. Так, давайте возьмем синее сердце вместо монетки. Защитные слезы мне обычно не нравятся. Сквизи я согласен взять. Пока что синие сердца забираю в мешок. Потом посмотрим, может быть, я начну их собирать в хп. Сделки Кайну не особо нужны, тем более мне мега стена тоже не нужен. Так что все в порядке. Если бы у меня было куда больше ценных пикапов на прошлом этаже, я бы, наверное, удачную монетку засунул в мешок. Но так, сама по себе удачная монета не гарантирует хороший предмет. Вот если хотя бы три ценных пикапа засунуть, то это будет мощно. А так, да, больше удачи, больше шансов на то, что будут, в принципе, пикапы с комнат. Бомбы собираю. Это вторая часть Conjoint, это также источник для этих пилюль. Так что имеет смысл взять его. Хотя если собираешь Conjoint из небоевых бебиков, становится не очень хорошо. Статы уменьшат. Я могу через пилюли поиграть, но, наверное, нет. Наверное, я все еще буду их вот так вот собирать. Попытаюсь с ними что-нибудь сделать.
Так что челика я взял не для того, чтобы он отравлял, когда променяешь пилюльку, а для того, чтобы он просто пассивно выкидывал пилюли на пол. Типа мешочек будет. Так, эта тренинка мне не нравится, потому что скорость меняет по рандому. Так что обычно я ее не беру. Я могу ее оставить в комнате босса, если я вдруг пойду в сторону беста. Так, можно взять. Скорости мне хватает, как Кайну. Литл монстра. Возьму. Он, конечно, не весь забег будет тащить. Но помогать пока что должен. Пошли дальше. Набираю пока что всяких бебиков. Ну, здесь бы золотой ключ не помешал бы. Неважно, что из выпадет из сундука. Если что-то выпадет, ну, если я его смогу открыть, то там будет огромное количество лута. Эти гигантские сундуки поршневым айзеком открываются. Так, это сразу два сердца. Хочу ли я брать членскую карту? Там не было локапа? Нет, не было. Возможно, я хочу членскую карту. В прошлый раз было неудачно. Я не смог ее использовать. Наверное, я попытаюсь в этот раз ее использовать. Тогда мне нужны деньги. Самые обыкновенные. Членская карта на Кайне хороша тем, что там могут быть черные сердца, костяные сердца. Брелоки просто так могут продаваться, которые могут быть полезными. Но ради предметов там, конечно же, брать толку нет. Так, пошли в золотую сходим. Применяю. Принимаю, я хотел сказать. Пошли открывать гигантский сундук. О, да. Мне хочется повысить свое здоровье белым сердцем, но также мне хочется что-то очень хорошее собрать. Ой. Литл монстр прям хорошо сейчас тащит. Карту полета можно, конечно, оставить, но, наверное, я ее проглочу. Трипл. Хорошо, договорились. Терпило, я не думаю, что стоит собирать. D20. Я как-то уже упоминал, что D20 за Кайна может помочь, потому что ролит пикапы во что-то другое. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Как-нибудь у меня будет возможность им воспользоваться. Пикапы будет трансформировать во что-то другое. И, возможно, будут пикапы более ценные. Наверное, автомат взорву. Слабенький дроп с автоматом. Суп я не откажусь взять. Я опять не запомнил рецепт супа. Ну ладно. Так, тут у нас... Тут у нас черное сердце. Также есть тринка на увеличенный шанс планетария, но все, что я получу в планетарии, это руну. Ну, помимо каких-то случайных пикапов.
Так что плевать. Я лучше локоны Самсона с собой заберу. Итак. Еще можно бы его... О, нифига себе. Так, стоп. Черное сердце, золотой ключ. Два ключа, пятак, бомба. Это не так уж и дорого для демешапа. Но я не уверен, смогу ли я собрать это заново. Это очень хорошо. Метка это и демеш, и черное сердце, и скорость. Замечательный предмет. И это после того, как я еще и суп получил. Этот забег более чем способен успеть на хаше. Так, синее сердце возьмем. Крукет пенни это очень рисковая штуковина. Опа! Так. Погоди, десятка. Золотой ключ, погоди. Не, кабели это слабо. Тело крикета, погнали. Мы идем на Делирома. D20 прям очень сильно заролил. Я не ожидал, что он настолько хорошо заролит. Тело крикета с триплой, это все, это уже билд. Мне бы еще ренжу. Бомбочку надо взять. Так что да, D20 может очень хорошо помочь на кайне. А я возьму синее сердце, потому что сделку сбивать нельзя сейчас. Уже шанс большой. Так, пятак берем. Остальное можно оставить заролить. Хотя возвращаться как-то не хочется. Челик в очередной раз дал пикап. Пять пикап. Ну ладно, я заролю. Тут еще сундуки могут появляться. Слабенький такой ролл. Опять повешенный. Выкину, подберу в мешок. Дэн! Что я сказал? Раньше я хотел сказать. Это именно то, чего мне не хватало. Причем у меня все еще 5,6 ренджи, так что надо будет еще одну ренджу найти. Ключей нет, но и денег тоже нет. И да, я метку нашел именно благодаря черному сердцу, который я получил. Благодаря членской карте. Так что в ней тоже есть смысл. В прошлый раз мне не удалось полностью показать этот самый смысл членской карты на кайне. Вот сейчас было видно. Четенько видно. Хочу ли я муху? Она полезная, но у меня и литл монстра есть, и все остальные ребята. Не, мне уже не надо. Пластик. Давайте синие сердца. О-хо-хо! Еще один демешап. Ей тоже, кстати, с золотым сердцем. Хорошо, договорились. А эти обычные пикапы я заролю. Давайте посмотрим, что здесь. Звезды — это просто экономия ключа. Я пока что не собираюсь экономить ключи. Ключи я всегда могу подобрать, как и бомбы. С этим проблем нету обычно. Так, вот это очень хорошо. Жаль, что всего два пикапа. Я имею в виду два... предмета. Так, оттолкну от входа и вернусь сюда, когда D20 заряжу. Ау. Обычный сундук меня не интересует. Через 3 комнаты в библиотеку вернусь. Соберу еще бомбу, думаю, пригодятся. Суп уже скоро остынет полностью, жаль, конечно. Да, он буквально только что остыл. Ну, суп мне прям много помог, конечно, да. С ним я пулей пронесся через несколько этажей. Нет, тебя я никогда не возьму. Все, хватит. Я уже достаточно настрадался от этой мухи. Мне она не нужна. Так. Да серьезно, что за скам?
To speak это ключики. Этот челик даст мне конжоинт, но при этом не особо что-то изменит в билде, потому что у меня уже трипла. Я думаю, что это того не стоит. Так. Давайте сердце заменим на заряженный ключ. Насколько мне может помочь... Этот предмет гиперкоагуляция. При получении урона может... не может, а будет выбрасывать сердце на пол, но оно быстренько пропадет. Если быть ловким, то можно успеть это сердце подобрать, но я терять хп будет, как буду, когда буду тыкаться. Так что от этого мало толку будет. Вместе с этим... Возможно, я могу его использовать, чтобы выжить потом. Наверное, я откажусь от него все-таки. Окей. Это я согласен взять. Это сразу же и хп. И терза. Замечательно. А гиперкоагуляция... Ну, она прикольный предмет, но... Слишком уж ценные пикапы там были у меня. Я бы не сказал, что гиперкоагуляция прямо очень хороший предмет. Она просто более-менее приятная. Дальность берем. Причем хороший крафт дальности. Я костяшку потерял. Это печально. Забыл, что этот челик взрывается. Я могу, если очень много этих ключей соберу. Могу три шприца собрать. У меня, во-первых, будет куча дальности, во-вторых, превращение. Я ни в золотой не был, ни в магазине, но хотя денег я что-то как-то и не собирал. Так. Знаете, я, наверное, белое сердце подберу. Или нет? Вот это сердце стоит взять. Не, я все-таки белое сердце соберу в мешок. Ангела взрывать я не хочу. Еще один D20. Нет, второй мне не нужен. Золотой. Не, не золотой, а мамин ключ. Это будет сильно, особенно в сочетании с D20, который призывает сундуки иногда. Ха, монашка. Монашка и D20 это, конечно, может сломать игру, но нужно очень много пикапов в комнате. И очень много здоровья. Не, я не согласен ломать сейчас игру. Сорян тем, кто понадеялся на это. Это, во-первых, очень долго будет, во-вторых, я уже это делал. Ловец снов ради половинки сердца каждый этаж. Теперь у меня хоть какой-то новый источник сердец есть. Надо собирать деньги, потому что у меня еще хаш в будущем. Ядовитые бомбы я возьму. Пусть будут. Не откажусь. Если я начну собирать бомбы, чтобы наносить урон, то это будет очень даже хорошо. Да и сам предмет еще 5 бомб дал. Так, что тут у нас? Тут есть предмет за 7, можно будет купить его. Тут есть черное сердце. Также филигранное перо за 15 есть. Так, мамин сундук. В смысле, мамин ключ сейчас на сундуке будет работать очень жестко. Дьявол, первосвященник, фортуна. Шута можно использовать сейчас, чтобы на босс-раш сходить. Шли в золотой, быстренько зайдем. Посмотрим, что здесь. Ничего особого.
пилюльку я засуну. И погнали. Шут, конечно же, и так вон есть. Но почему бы мне не взять его, который уже лежит. Не тратить бомбу лишнюю. Кстати, бомбу можно было под ногу поставить, как я обычно делал. Пожалел, наверное. Ай. Здоровья надо очень много. Так, ну, полароид я вряд ли смогу использовать, так что берем дамагу. А тут толку-то и нету особого. Да, обычно ты спешишь на босс-раш, когда тебе уже не нужен, он просто забирать какой-то предмет, но... Я Кайн все еще, да. Еще и задамажился лишний раз. Хочу ли я бошку синюю? Будет ли она полезна? Она не будет стрелять триплом. Она стреляет с моим уроном, но остальное все у нее отсутствует. А, так, берем синее сердце. Дальность? У меня все еще 7 дальности. Ладно, давай, хорошо. Договорились, это еще и скорость. Так, берем синее сердце, берем карту. Открываем сундук. Мне бы еще купить... Наверное, я куплю батарейку, заролю здесь сразу же еще раз. Также можно автомат взорвать. Так, пятак десятку. Я могу подобрать десятку и купить предмет. Это сделает еще больше пикапов. И, наверное, пятак я тоже подберу. И синее сердце куплю тоже. Ролим. Еще одна батарейка. Так, перезайду, чтобы уничтоженный автомат исчез. Так, красную муху я не буду использовать. Она опасная. Можно сквизи взять, в принципе. Это даст синие сердца мне. Повысит скорострельность. Так. Там удачная пенни. Давайте вот поместим ее вот так вот. Так, смотрим. Пятерня сейчас уже слабо. Мистер Ми. Вот эту штуку я хочу. Да, эту штуку я хочу, потому что мне здоровье прямо сейчас очень важно. У меня уже есть билд, мне надо хп. Дальность, давай. Еще больше бомб. Хорошо. Договорились. Все, валим на Хаша. А, у меня еще в золотой комнате. Пикапы оставались. Валим на Хаша, не будем терять лишнее время. Я все еще не думаю, что мне нужен конжойнт сейчас. Вот большого чавика я соберу, он хороший. Он и дамажит, и выстрелы уничтожать будет. Конжойнт мне статы уменьшит. Но при этом... Вообще, с учетом тела Крикета, наверное, от конжойнта есть смысл. Наверное, стоит собрать его. Статы у меня не настолько-то и уже низкие. У меня и терзы много в этом забеге. И демешапов несколько, для... которые очень даже редкие для Текайна. Так, мамин сундук продолжает радовать. Мамин сундук, мамин ключ, я хотел сказать. Так, пилюницы не берем, шпоры давайте возьмем. У меня их не было в коллекции. Шпоры создают после убитых врагов такие костяшки, которые блокируют выстрелы, которые... Также очень сильно отталкивают врагов, наносят им урон. Лучше всего они работают, когда ты кучу врагов убиваешь подряд. И также на врагах, которые стреляют выстрелами при смерти. Шпоры автоматически будут блокировать эти выстрелы. Так, активку пока что не меняем, потому что я белые сердца жду с моей текущей активки. Так. Это костяное сердце, потому что секретка.
Ну, я могу, конечно, рискнуть, но нет. Это будет очень больно. Пусть будет мозг Боба. Я Боба собрал? Как? Стоп. А у меня двое отравляющих бомб. Ничего себе. Это очень круто. Это самое редкое превращение в обычном забеге, потому что все предметы Боба находятся в золотом пуле. Там буквально три предмета у него, да? Или четыре. И пикак. Ядовитые бомбы, башка Боба. ХП можно взять. То ли 3, то ли 4. То есть 3 я вспомнил. Может быть, какой-то предмет еще забыл. Голова, эпикак, мозг, бомбы. А, ну 4, да, все правильно, да, 4. Есть еще супербам, да. Он тот же редкий, но... Наверное, самонаводку бобиков я возьму, потому что... Ну хотя, как сказать... Локоны Самсона могут помочь на хаше какого-нибудь. Шансы того, что они сработают, низкие, но пока я делируемый или хаша убиваю... Рано или поздно прокнет и будет влиять на ДПС напрямую. Ключи надо собирать, кстати. Так, осторожно с мозгом. Мозг полезен, но с ним нужно быть осторожным. Я на каком? На первом. Мне 7 минут есть, чтобы еще следующий этаж пройти. Я не хочу все еще отказываться. Удачу я в мешок засовываю. От активки я отказываться, скорее всего, не буду, пока у меня не будет, там, не знаю, 9 красных сердец. Это, конечно, удачно, то, что мне выпала икона. Так, давайте белое сердце здесь заберем. У меня уже удачная монетка есть в мешке. Ключи забываю взять. Ключи нужны будут для хаша. У меня тело крикета. Был уже забег, когда у меня было тело крикета. Но там было шоколадное молоко. Чё, мне отказаться, что ли, от Дедая? Видимо, да, потому что тело крикета убивает Дедай. Причем напрочь. Если шоколадное молоко можно спамить, то без него нет. Да. Он не будет банально работать. Второй шприц слишком слабый предмет, чтобы за такие вещи собирать его. Ждем еще что-нибудь хорошее. Я думаю, ничего не буду собирать. У меня белое сердце, у меня удачная монета. Это очень высокие по качеству пикапы. Так, у меня есть еще один высокий по качеству пикап. Так. Ну, я, видимо, за Боба играю теперь. Я, видимо, играю за Боба. О боже, что с дальностью? Тело крикета с такой дальностью что-то как-то это самое, да. Что-то как-то... Я думал, что у меня поменьше будет дальности. Ну, на хаше надо будет прямо осторожно играть, конечно. Прям очень осторожно надо будет играть. Карамельное сердце. Очень сильно сомневаюсь, что мне удастся его использовать на этом этапе игры. Да и даст он мне не так уж, чтобы много. 9 вольт. Я могу взять 9 вольт, в принципе, пригодится. Ё-моё, как же тело крикета с такой дальностью шмаляет по всем сторонам. Я из-за этого могу сильно пострадать сейчас. Шарплак. Ножницы. Подождите, ножницы ведь используют мой урон. Погодите. Мне чисто ради эксперимента захотелось собрать их. Какой урон будут наносить ножницы сейчас? Будут ли они использовать урон... А как мне стрелять ими, если я с опекаком?
А, ну да. Я просто голову где-нибудь сбоку ставлю. Не-не-не. У меня не будет 40 урона. Погодите, но ножницы можно использовать вот так вот, как я сейчас это делаю. То есть я ставлю бошку в одном месте, а бегаю в другом месте. Да хватит. PHD. Мишка Белява. Боба. Подождите. Я могу не идти на Хаша? Блин, ну это сложный вопрос. Потому что на Хаше будет много лута. На Хаше будет много лута, но хочу ли я убивать его? Это сложный вопрос. Я хочу его убить еще раз. Ради лута. У меня мамин ключ. Так, ключи надо все не тратить. Тут есть руна. Страшно. Мне, конечно, не очень сильно не повезло, что сундуки такие. Так, у меня два черных сердца в мешке. Давайте поместим туда руну. У руны должна быть высокая ценность. Подождите, а это Ера. Тогда я могу поместить туда два синих сердца. Наверное, синие сердца сейчас более важные. Тут еще... Да, руна не настолько ценная, чтобы отказываться от удвоения синего сердца и батарейки. Темный Иуда мне не нужен. Полет тоже особо не нужен. Я не думаю, что мне нужен полет сейчас. О! Лестница Якова — это хороший предмет, это очень сильно. Локоны к Самсону мне, кстати, больше не нужны, потому что они дают такой незначительный урон, что с Эпикаком толку от них ноль. Так, заролить можно здесь, просто парочку монеток получить. Мне кажется, если я сейчас конжоинт соберу, то мне совсем хана будет. Я не буду собирать конжоинт. Мне и так как-то опасно уже. Не-не-не-не! Не надо такого мне, не надо. Вы что, шутите? Карты. Наверное, карты — это хорошо. Тут еще могут быть полезные карты. Двойка треф, император, колесница. Не, это все не те карты, которые мне нужны. Можно святую карту просто применить, и у меня будет на одно сердце больше, по факту. Конжоинт мне не нужен. Папин ключ. Ну, сейчас уже как-то он не актуален, мне кажется. Дальность. Тут что-то как-то уже нету особо пикапов, да? Можно купить батарейку. О! Это хорошая комбинация под эпикак, потому что костры будут защищать от взрывов. От выстрелов, в смысле, вражеских. Это очень хорошая комбинация. Жаль, ключей я как-то мало собрал с собой. Ну ладно. Что я еще могу собрать? Можно собрать, в принципе, с собой вот эту часовую батарейку. С ней у меня будет шанс на эти самые... На батарейки. Все, уходим. Что ж, надеюсь, на Хаше я не умру, потому что билд у меня
Для меня же опасен. Но, в принципе, костры прямо хорошо будут защищать. Дальности я, конечно, очень много собрал. Редко такое можно увидеть, чтобы тело Крикета настолько сильно разлеталось. Видите, мои выстрелы не будут разлетаться об меня же. Но из-за того, что они настолько далеко, я могу стоять там, где они пролетают мимо. Кстати, урон у меня большой, да. Мне главное просто стоять в тех местах, через которые летят. Как я все еще не получил урон, я не знаю. Ё-моё, ну и билд, конечно. Я мог отказаться от Эпикака, но... Кто я такой, чтобы от него отказываться? Это такой абсурд. Видно, прям кругом вырисовываются выстрелы от тела Крикета, как они разлетаются. Мне нужно просто стоять не в этом кругу. О, задамажило все-таки. Ой-ой-ой. Это я, наверное, потому что... Да-да-да, потому что я приближаюсь, когда стреляю, поэтому... Дальность увеличивается. Кстати, если я шотспид увеличу, наверное, будет лучше. А может и наоборот. Надо будет синих сердец найти на следующем этаже, прежде чем куда-то вообще выходить. А в остальном, в принципе, билд... А синее сердце не выпало? Синее, красное. Вообще никакого сердца нету. Жаль. Ну что ж, посмотрим, как это будет. Я все еще не буду жрать пилюли. Слишком поздно для того, чтобы это делать. Если там даже какая-то полезная попадется, толку от этого мало. Так, синие сердца берем в качестве здоровья. Это сейчас очень важно. Толку от огненных бомб, если у меня уже фаермент есть. D1 можно использовать на тренинге, но в остальном он не особо-то и нужен. На сундуке его можно будет применять. Но, наверное, я попытаюсь что-то другое собрать. Так. Magic Fingers. Насколько это будет актуально? Я не помню, чтобы он брал именно 40 урона Эпикака. Я не уверен, работает ли с Эпикаком тостер так, как мухи. То есть у мух плюс 2 урона просто от Эпикака, не плюс 40. Наверное, я не смогу все равно достаточное количество монет собрать, чтобы было что-то сильное. Так что ладно. Так, ключи собираем. Ключи собираем. Полидоктилия — это 2 пикапа, но сомневаюсь, что у меня будет хотя бы один. Это... Нужно ли мне это? Наверное, да. Бант магии — это плюс хп, и также теперь сердца меня будут лечить в 2 раза сильнее. Так что не откажусь. Думаю, сейчас это будет актуально. Батарейка. Вот она как раз появилась из зачистки комнаты, потому что у меня тринка. Батарейка. От часов. Обычно батарейки из зачистки комнат вообще не выпадают абсолютно. А так у меня теперь есть такой шанс получить ее. Колесо фортуны я, наверное, выброшу и возьму в руки. В смысле, в мешок. Так, берем это.
Conjoint я не собираю ни в коем случае. Две треньки, у меня даже одной толком супер полезной нету. Это второй шприц, но это еще больше дальности будет неудобно. Еще более неудобно, я хотел сказать. Бритва надоела повторяться. Ё-моё, как я живу вообще? Так, телепортов у меня нет, поэтому пока что к боссам не заходим. Лил Гёрд, в принципе, не смогу ее использовать, потому что надо держать атаку. В моем случае это невозможная задача. Так, здесь тоже может быть дилем. Это скорострельность, но с моей атакой, мне кажется, лучше не делать этого. Самый мой низкий стат скорострельность, вроде как, это точно. Мне не нужна скорострельность, это уж точно. Я бы был рад, наоборот, снизить ее, чтобы так сурово не было. ХП мне уже не нужно, у меня нормальный ХП. Наверное, костяшку... Ой-ой-ой. Ладно. Ну, вроде бы они не перестали так далеко разлетаться. Вроде бы. Если бы у меня фаермайнда не было, я бы не взял свою. Но вот комбинация с фаермайндом, это прямо очень хорошо. Так, синие сердца пока что не беру. Там была монетка? Там была монетка еще. А это будет синергировать? Я хочу проверить. Кровавые бомбы оставляют кровавые следы, но... Нет, на эпикаке не работает, то есть... Обычно бомбы вот такой вот кровавый след оставляют. Но эпикак это не бомба, к сожалению. Ну ладно, проверили зато. В принципе... Мне просто интересно было. Тихо. Красные сердца тоже оставляем. Мало ли полечиться нужно будет. Ё-моё, как я не получу урон? Так, перезайдем, чтобы увидеть, что там вообще. Ключи надо собирать. Почему-то мне гнилые сердца начали попадаться чаще. Чаще, чем никогда. Лагапи. Насколько это сейчас выгодно? Ну, после сои вообще нет. Дальность не берем. Дальность увеличит возможность моих выстрелов. Так, стоп, у меня две части гапи здесь было. Ладно, я забью на то, что здесь было гапи. Я не буду пытаться собирать еще больше скорострельности. Ладно, раз уж у меня соя, то давай. Я в итоге собрал сердца, ну ладно. Посмотрим, к чему это приведет. У меня трипла. Если бы у меня триплей не было, то я бы взял легкое монстра. Но из-за того, что у меня трипла, моя скорострельность очень упадет. И из-за этого ДПС просядет прямо раза в 4. Так что нет. Легкая монстра с триплей или с квадрой, к сожалению, очень плохо сочетается. Предметы на урон сейчас абсолютно не актуальны. Потому что плюс 40 урона у меня от сои. Ой, от... От эпикака. Алло, ты вставать будешь? Он специально это делал, да, ведь? Давай синее сердце сюда. Коробка сейчас не особо полезная. Тут может быть дилем. Котел бесполезен. Что мне вообще нужно? Ну, в идеале, конечно же, хост-хэд. Может ли это быть диля?
По-моему, я слишком низко для того, чтобы это был дилером. Заметили, что я все равно по одному выстрелу делаю даже с Сои? Моя реальная скорострельность куда выше. Тут куча синих сердец. Я могу их оставить здесь и взять... О, мидбой. Не, наверное, я не буду жертвовать кучу сердец ради мидбоя. Что-то рецепты какие-то слабенькие. Надо от ключей, наверное, избавляться. Ау. ХП. А, я вернулся к картофель чистки. Бывает. Черная свеча. Тоже не очень. Кроме черного сердца сейчас ничего не даст. А, тут меченый. Хочу от ключей отказаться. Помидорка может помочь, но, наверное, на дилируме от нее толку будет мало. Или взять все-таки. Не, я все-таки возьму, да. Я не буду отказываться от нее. От помидорки на боссах прям много толку, даже если он один. Помидорка боссов и замедляет, и заставляет их себя атаковать. И прочие гадости делать с ними. Компас уже точно не нужен. Белое сердце. Ну, в ХП он мне точно не понадобится. ХП у меня и так много. Красного я имею в виду. Святое говно мне не нужно. Вообще не те предметы, которые хочется видеть. Это телепорт. Если я пойду на дилю и внезапно буду при смерти, то я могу вернуться потом собрать сердца, но сердец не так уж и много на этаже, так что нет. Вообще шот спид можно попробовать повысить. Ладно, я попробую. Как это изменит мою атаку? Это не особо как-то критично изменило. Я вообще не ожидал, что выпадет предмет здесь. Хорошо. Вау. Сердце соберу. Золотая бомба. Костяное сердце. Это не то, что нужно. Это не то. Синее сердце можно попробовать подобрать. Защитные выстрелы. Это плохо с опекаком будет сочетаться, потому что я буду стрелять не по боссу, а по его выстрелам. Это будет ужасно. Так. Где была стартовая комната? Она была где-то вот здесь, правильно? Вот это. Нет, не это. Это? Честно, я не помню, где была стартовая комната. Мне важно сейчас понять, где она была. Так, это я уже видел. Не, это далеко от входа. Вот эта комната стартовая была, да? Ну, кстати, дилета мог бы быть внизу тогда. Вверх считаем от секретки. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, вверху нету дилирума. Он может быть слева. Или нет, стоп. Да, слева может быть. Слева это пятая комната. А вот сверху справа он не может быть, потому что шесть комнат от стартовой. Там уже предел этажа, она не может расширена быть наверх. Так что... Здесь не диля. Перезайдем.
Так. Окей, это сильный предмет. Жевательное дроже. За Магдалину порченую открыл, когда Беста убивал. Или нет, подождите. Или это за Делирума открывается. То ли за Беста, то ли за Делирума. По-моему, за Беста все-таки. Короче, штучка достаточно полезная. Она как маска. Маска позора, которая блокирует выстрелы. Но в отличие от маски... Жевательный боб. Он блокирует любой... Любое попадание. То есть выстрелы или касание врагов. С 50% шансом. Это, к сожалению, не защитит меня от моего же урона. От моих же выстрелов. Но предмет очень даже ценный. Очень жесткий. Он может меня прям хорошо спасти. Нет, 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 нет. Я еле сдерживаюсь, чтобы не выстрелить лишний раз. Но даже на делируме почечный камень сейчас будет абсолютно ужасен. Плюс урон, плюс удача. Я не думаю, что мне удача так уж нужна. А что получается, здесь справа стенка? Вот эти все три босса, это не делирум. Делирум находится слева все-таки. Или вот здесь. Противная комната. Когда не удается сразу убить всех. Делирум может быть вот этой комнатой снизу, но он не может быть никакой из правых комнат, так что пошли убивать те комнаты. Книжка мертвых. Я не думаю, что она мне сейчас нужна, честно говоря. Но это третий шприц. Третий ли? По-моему, второй. Не, я не собирал второй, это будет второй шприц. И типа, ну да, плюс дамаг, но мне дадут 0,2. Ладно, пусть будет. Может, это на что-то повлияет. Мне кажется, в масштабах моего билда даже 0,2 урона может помочь. Сколько у меня синих сердец? Снизу 2 лежит, тут одно. Это будет уже 4, так что забираю. Росток уже абсолютно не нужен. Три сердца я на делю оставляю. Забавно, у меня в войде и оно живое. А почему я, когда сердце избивал, когда оно живое, точнее, избивал, я себя не дамажил, а здесь уже дамажу. Это странно. Молочко еще больше скорострельности даст на дилю. Ладно, давай. В отличие от почечного камня, молоко нормально так дамажить будет. Я имею в виду, стабильным оставит мою атаку. Все, полностью лечимся и идем убивать дилю. Хотя... Слева он или справа? Мне кажется, справа, потому что это дальше от входа. Но я все равно сейчас уже соберу все... сердца, что я оставил. Надеюсь, я его убью. Надеюсь, я сам себя не убью, пока буду его убивать. Посмотрим. Сердец 12. Да, это маска. Ножницы я, скорее всего, не буду использовать. Хотя могу. Второе молочко, по-моему, уже ничего не делает.
Когда-то делала. Муха. Пусть будет дополнительная защита. Сейчас уже особо нечего ловить. Все уже. Финалочка. Только я, Диля и моя суицидальная атака. Не, ну если он просто стоять будет и смотреть, то я за. Тут проблема такая, я сейчас даже не вижу, куда мне доджить. Хотя, кострижа защищают от выстрелов, точно. Засеяв все кострами, я защитил себя от его выстрелов, но бегая по комнате, я сам себя дамажу постоянно. Справедливо. Хорошо, что здесь сердце выпало. Тут еще сердце лежит. Мне не нужно перестать бегать и стрелять одновременно. Мне нужно перестать стрелять, потом уже бегать. Я бегу на свои же выстрелы. Я не видел, что меня задамажило. Окей. Сурово, конечно. Разумеется, эпикак я мог не брать. Но зачем его не брать, если можно его взять, правильно? Пока я не лост, пока я не Яков, мне кажется, можно развлекаться. Созидательный мешок открыт. Теперь его можно находить не на Кайне, но когда ты его находишь на другом персонаже, ты не видишь его интерфейса, то есть ты все еще будешь помещать туда пикапы до 8 штук, все еще призывать предмет, но ты не видишь, какие именно там пикапы в мешке, и ты не можешь их менять местами. Ты их собираешь 8 штук и собираешь то, что получится из них. Ты все еще можешь запомнить, что ты подбираешь, и от себя будет зависеть, какие именно предметы из каких пикапов собираются, но да, контролировать это намного сложнее, ты там просто на рандоме что-то собираешь. В принципе, в качестве он от этого не теряет, ты просто не знаешь, что ты соберешь до того, как ты это соберешь. Что ж, на Кайне осталось только Бестаубить. Спасибо всем и увидимся.